И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox. Режим Scary Elevator. Добавили очень много классных NPC, новые этажи, поэтому будем смотреть обновления. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем играть в режим Scary Elevator. Погнали! Так, для начала мы что сделаем? Мы купим себе башмаки скорости, потому что вы же знаете, что выигрывать мы любим. А без башмаков скорости это сделать очень-очень сложно. Так, теперь бы нам их найти. Постоянно этот режим улучшает, добавляет очень много всего классного. А вот они есть. Тоник. Ну что, побежали. Так, это у нас Закулисье. Новейшая карта. Кстати, я на ней не играл. А вот и монстр, который меня не догонит. Собираем монетки. Очень странно, что меня не убил. Это выход? О, я сбежал. Давайте еще раз сходим. Мы же хотим по красоте играть. Значит, будем тащить. Так. Быстренько, быстренько, быстренько. Но монстра нету здесь нигде. Ух, какие. Они нарисованные. Эх! Ёлки-моталки. Он нарисованный? Нарисованный. Это очень страшно. Блин, это ж надо так пугать. Страшновато, страшновато. Так, давайте нам что-нибудь еще новое. Хотим увидеть, там же добавили новых Next Bot и написали какие-то NPC-шки. Это прозрачные черно-белые бошки, поэтому давайте мы все в этой серии посмотрим. Так, Легион, что-то новенькое. Монетки моей. Дурак, что ли? А че он догоняет меня? Эй, да как он меня догнал? Ты что, это жесть. Это какой-то вообще имбовый дурачок попался. Как он меня догонял, же со скоростью тапок был. Так, давайте пособираем еще здесь монетки, я знаю, есть. Отлично, пока он там всех лупит, мы монетки собираем. Так, я не знаю, что это. Ого, а так что, можно было? Офигеть, можно было залазить. Давайте еще раз попробуем, можно залезть как-то? Очень странно было. Он опять за мной увязался. Так, чувак, отвали от меня. Вонючий легион. О, мы сбежим. Так, проиграли, убежали, и все сходится. И где это челик? А вот он бегает. Он очень быстрый, смотрите, уже башмаки скорости не помогают просто никак. Дурак, что ли? Да отвали, да он опять меня чуть не зарубил. Кстати, он хорошо лазит по стенкам, вы видели, что он делает? Так, такая музычка очень прикольно играет. Мне нравится. И больше и больше этот режим. И классно, что в этом режиме постоянно добавляют все много-много новых этажей и классных монстров. И, кстати, этот режим всегда следит за трендами. Давайте нам поппи плей там. Опять этот псих, что ли? Дурак, что ли? Отлично. Отлично. У меня жизни очень мало. Все кровоточит. Эй, отвали, отвали, отвали. Мы сможем сбежать? Так. Где это челик? Ты дурак? Да ну хватит меня лупить, блин. Они так теперь сделали, что мои башмаки ничего не значат. Так, сколько у меня выживания? У меня выживание 266. Пока он там всех лупит, давайте посмотрим, что можем еще себе купить на это выживание. Так. А ну-ка, здесь что у нас есть? Вот это там крики, убийства какие-то просто. Можем жизни пополнить. Три перерождений. Что еще? 150 Rocket Boost. 25 возрождений. Что она мне дает? Очень странно. Ну ничего такого и не добавили. А, кстати, уже нарисованы этажи, какие там выходят. Да-да-да. О, так это же Джейсон, убийца. Вот он. Но он, наверное, уже не догонит. Дурак, что ли? Пацаны, помогите, спасите, он меня хочет убить. Так, монетки, мне нравятся. А девочка там зависла. Ребята, кто хочет с нами записывать и со мной вообще классные игры, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. У нас уже 40 тысяч человек в Дискорде. Представляете, сколько людей уже в моем комьюнити. Поэтому можете зайти, записать, пообщаться и провести очень хорошее время. Надо сделать правильно. Зайти в наш Дискорд, ссылочка в описании. Так, он ходит за мной, этот придурок? Нет, он кого-то там убивает. Отлично, отлично. Мне это нравится. Help. Так, я думаю, что сейчас будет Poppy Playtime. Я бы хотел, чтобы был Poppy Playtime.
Так. Апартаменты. Что это такое? Воу, Джефф-убийца. Очень классная карта это. Так, монетки. Все монеточки собираем. Оф, уже там начинается мочилово, мы туда не идем. Эй, тихо, тихо, успокойся. Джефф, блин, ё-моё. Так, значит, нам надо купить там, чтобы я мог себе поднимать жизни, правильно? Я бы тогда полечился, и было все красиво. Вот, отлично. Я не знаю, как это использовал. А, я уже использовал. Хорошо, давайте еще раз возьмем. Вот, отличненько. Все, теперь я могу лекаться. Но при этом у меня будут башмаки спадать, и у меня будет маленькая скорость. А он там гасит всех. Не-не-не-не-не. Отвали от меня, лучше пацанов побью. Так, давайте проверим, вылечайся. Да, все, полные жизни. Отлично, теперь мы выхватили еще одну фишку такую, которая нам помогает проходить. О, Соник! Выбираем монеточки. Кругляшочечки. Где наш Соник Экс? А вот он, вот он побежал. Так, вот эта музыка такая играет. Рок такой именно, прикольно. У-ху-ху-ху-ху. Вот это лупашит музычка. Пойдет. Класс. Настоящий рок. Тяжелая музыка играет. А так, а как сбежать нам отсюда? Я такой на штуки упаду, если возьму эту штуку. Сбеганий нет здесь. Уже наверху самом? Нет, наверху тоже нет. Ну, отлично. Мы затащили. Плохо, что я использовал теперь аптечку одну, и я не смогу пополнить себе жизни. Но, может, я сейчас сбегу, и тем самым я смогу пополнить себе жизни. Или взять запас жизни. Гренни Хаус. Ну, давно у нас не было бабки Гренни. Это отлично. Ребята, прямо сейчас, кто смотрит ролик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, потому что я снимаю ролики каждый день и пытаюсь снять что-то очень интересное. Прикольно, говорит, я тебя вижу. А вон бабка сбитая. Так, она забагалась. А, чувак, зря ты выбежал, зря. Так, если что, я успею спрыгнуть. Давайте походим по дому их. О, я могу сбежать, отлично, давайте мы сбежим. Блин, если сейчас бабка. О, я сбежал, давайте возьмем сразу аптечечку и пойдем назад. Поньк, отлично. Классно, когда много выживания есть, вы можете всегда играть намного интереснее. Ну, начинать все равно надо, так что режим, ходить режим называется Scary Elevator. Затягивающий режим. Бабка, я еще раз сбежал. Хотя она стояла, чекала меня там в комнате. Отлично. Давайте посмотрим, подписчики зашли. Да, зашли мои подписчики. Кинга Пайр зашел. Какой-то еще челик зашел. Так, 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 я никнеймы не вижу, да, над пацанами? О, это что у нас сейчас будет здесь? Харвестер. Что это такое? Я этого не видел, это новый этаж. Ой-ой-ой-ой, но он медленно ходит. Тихо, тихо. Отлично, пацанов пока мочит, мы здесь постоим в уголочку. Читер! Видите, место, где он никогда не подойдет. Потому что они ходят по кругу и сами же его гоняют. Пацан, прощай, прощай, замочил, замочил. Нет-нет-нет, у меня есть тапочки смерти. Ой, тапочки скорости. Поэтому мы затащим. Это было очень просто и легко. Хотя этот этаж был не новый, уже был такой челик у нас. Так, я думаю, что сейчас будет... Не знаю, там был аниматроник, трясу, может, FNAF что-то будет. Но этажей столько много, что теперь угадать просто нереально. Ребята, напишите сейчас прямо в комментариях под этим роликом, какой режим мне еще по Роблоксу записать. Мне кажется, режимов столько много классных, что у меня даже разбегаются глаза. Что еще записать? Ого. Так, это у нас был Cartoon Cat. Картонный кэт. Мультяшный кэт, если даже перевести. Так, а где он? Я его не вижу. А музычка такая прикольная играет, атмосфера. Это я сбежать могу? Так, жизни у меня не тратится. Я так и не понял, что-то было? Куда я телепортировался?
Это классная атмосферная музычка. Вообще все этажи очень допилили. Кстати, графон в Роблоксе все лучше и лучше становится. Скоро будет вообще Unreal Engine 19. Хотя такого нету движка. Я думаю, что будет. Да, пока мисс мы тащим. Это именно, знаете, тот ролик, когда прям круто играю. Были ролики, когда я постоянно сливался. Но этот ролик, где прям офигенная вкатка-закатка, она прям, знаете, офигенно все идет. Так, ну давайте что-нибудь трендовое нам. О, Аннабель. Аннабель это да. Мои монетки я никому не дам. И вот вышло. Кракен на волю вышел. Пошла, пошла, пошла. Ну чё, смотрите, как она ему волос рвет. Эй, ты дура что ли? Отвали. А, я не успел даже аптечку взять. Вот это она ненормальная просто. Какая-то неадекватная. Мне кажется, от нее невозможно сбежать. Даже так по кругу бегать. Могу сбежать, не смогу. А, да-да-да, вот эта тактика хорошая, бегать по кругу. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Пацаны, вот это она там разваливает всех. Отлично. Ребята, давайте так, если этот ролик набирает 2000 лайков, то я запущу стрим по Роблоксу. В этот же день, когда 2000 наберет, мы запишем стримчанский. Ой, я сбежал. Отлично. Каждый раз же за сбегание, даже если я сейчас уже проиграю, то засчитывает выживание. Я вижу, этот убийца ходит. Прощай. Ой. И на голове стоит, ребята. Смертельный номер от Димаса. Ничего не будет. Главное, что? Не бояться. Все нормально у тебя будет? Это он страшный. Урод какой-то. Фу. Все, ребята, я спас вам жизни, своей жизни. Ничего не делает. Прикольно. Эй, он меня бьет? Нет, не бьет. Только звуки он издает, но он никого не убивает. И чё? Может, игра зависла? Я думаю, что если сейчас 5 секунд проходит и кончается... Не, все нормально. Я думаю, зависла игра. Так, давайте что-то еще нам прикольное. Прям жесткое такое что-то. Скилловое. Ну? Field Trip. Что это такое? О, прикольненько. Только что я один? А на где все? Одному страшновато бегать здесь. И где этот убийца? Давайте тут постоим просто. Блин, прикольная музыка играет, знаете? О. Прощай. Ух ты, по башке все-таки меня зарядил разочек. Так, отлично, мы собрали эту штуку. Мы собрали? Собрали. О, все появились сразу. О, сбежать можно. Отлично. Плюс один к выживанию. Мне все больше и больше выживания. Скоро я смогу покупать очень классные плюшки. Просто офигенные. Где он? Где он? Где он? Его не вижу. Блин, тут у нас такие чуваки имеют скины, что я думал, что это убийца. Так, отлично. Тащим. Просто тащим. Мы сегодня вообще красавчики. О, тут на гитаре вылупливает музыку нам. Так, ну сколько знает Дар Драгон. У него очень классный скилл. Скилл и скин. Давайте монетку пропустили все. Ого, разломал двери. Так, 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 пошел, пошел. А мы сюда пойдем. Кресты летают. А где-то тут сбежать можно. Я знаю. Лучше свалить. И побольше места, а здесь вот побегать. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Ну все, отлично, мы здесь пройдем. Ну и где он? Все-все убегают, значит он там идет сюда. Вижу, вижу, расправился еще с одним. Нифига себе у него булава. Это молоток. А, он залип. А как он туда попал? Что за читерство? Отлично, ну, таким образом у нас спас жизнь. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, после моих роликов еще. А я еще немножко поиграю.